Латвии на первом месте. Латвия и Пирмая Авета предлагают программу поддержка семьям. В первую очередь, за каждого ребенка, который родится в семье, семья должна получить 5000 евро. Что касается многодетных семей, то мы хотим поддерживать возможность на ипотеку. Если в семье растет один ребенок, мы даем 10% скидку на ипотеку. Два ребенка – 20% скидку. Три ребенка – 30% скидку. Четыре – 60%. А если 5 детей, то семья может получить 100% поддержку. Значит, мы будем поддерживать многодетные семьи. Вопрос такой, откуда мы будем брать деньги? Да, мы должны зарабатывать, привлекать сюда инвестиции. И у нас есть программа, мы планируем создать фонд развитие страны, в которой мы планируем привлечь 2,5 миллиарда евро в течение 4 лет. И из этого фонда мы будем финансировать эту программу.